Анонс и дата выхода первой серии нового турецкого сериала «Кубра». Премьера нового сериала состоится на канале Netflix уже летом 2023 года. «Кубра» – это новый турецкий сериал, снятый по заказу компании Netflix в жанре научной фантастики. За основу взято произведение известного писателя Абшина Кума. В его романе главным героем является молодой парень по имени Гёккан Шахиноглу. В настоящее время Гёккан проходит обучение у мастера. У Гёккана есть два увлечения, на которые он тратит все свое свободное время. Это его девушка и времяпровождение в социальных сетях. Наш герой пока еще не решил, что из этих двух увлечений ему нравится больше. Однажды он получит неординарное сообщение от таинственного абонента, который подписывается ником Кубра. Начав с ним беседу, Гёккан поймет, что его собеседник знает про него достаточно много. Гёккан пока еще не знает, что его собеседником является искусственный разум. Главная роль у Чагатая Улусоя, первый сезон, премьера которого запланирована на портале Netflix, состоит из 8 серий. Альтернативное название сериала «Шутник». Если вам нравятся турецкие сериалы, ищете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.